Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД в очередной раз напоминает водителям основные правила поведения в жаркую погоду. Во-первых, отправляясь в дорогу, надо быть уверенным в исправности автомобиля, электрика, система охлаждения двигателя и так далее. Во-вторых, в машине должен быть достаточный запас обычной питьевой воды, можно минералки. Не помешает позаботиться о наличии медикаментов первой необходимости. В-третьих, на климатической установке надо выставлять такую температуру, которая меньше температуры воздуха за бортом не более чем на 5-7 градусов. Трасса 101. Молодым водителям могут запретить работать в такси. Речь идет о шоферах, чей стаж не превышает 3 лет. С такой инициативой выступил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Кроме того, по его словам, в скором времени появится электронная база данных, благодаря которой агрегаторы смогут проверять послужной список извозчиков. Трасса 101. Цены на новые автомобили улетели? То ли еще будет. По мнению экспертов, легковушки без пробега по итогам 2021 года подорожают в среднем на 20%. Половина этой цифры уже достигнута. Отдельные модели, в первую очередь премиального сегмента, могут прибавить в цене треть. Основными причинами повышения стоимости по-прежнему называются дефицит электронных компонентов, подорожание металла и неустойчивый курс рубля. Трасса 101. АвтоВАЗ рассчитывает начать производство Рено Логан, оснащенного газобаллонным оборудованием. Кроме того, на предприятии собираются модернизировать модель Ларгус в части расположения баллона для природного газа. Раньше он занимал почти половину багажника, что, ясное дело, довольно неудобно. Сейчас Волжский автозавод предлагает только одну модель, работающую и на бензине, и на голубом топливе. Это модификация седана Лада Веста, которая стоит минимум почти 1 миллион рублей. Трасса 101. Выпил за рулем, придется косить борщевик. В одном из населенных пунктов Ленинградской области осужденных за повторное нетрезвое вождение начали привлекать к кошению борщевика Сосновского в рамках обязательных работ. Сколько любителей выпить за рулем вышли на уничтожение опасного растения, не уточняется, но территорию им придется освоить немаленькую — 5 гектаров. Соответствующее соглашение местная администрация и подразделение ФСИН заключили на ближайшие 3 года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.